Добрый день, друзья. Сегодня у меня Xperia T, модель 2012 года. Другое название ее LT30P, по-моему. Такой вот смартфон. И сегодня будем менять дисплейный модуль, потому что тач не работает. Точнее, работает, но наполовину. То есть матрица где-то повреждена, и будем менять дисплейный модуль. Вот так он выглядит. Тач, экран с разъемами. Давайте откроем телефон. Выключить его не получается. Откручиваем один болтик, который находится под крышкой, куда вставляется сим-карта. Снимаем крышку. Ну вот они, наши разъемы. Выключим батарею. Как видите, основной шлейф, через него дисплейный модуль подключается к материнской плате. Давайте мы с вами проверим новый модуль. Отключим. Присоединим новый дисплей, включим телефон. Проверим работу экрана с тачскрином. Возможно, что проблема даже не в тачскрине. Возможно, шлейф, возможно, драйвер тачскрина. Поэтому всегда нужно проверять перед тем, как установить какую-либо запчасть. Включаем телефон. Загружается телефон. Работает на андроиде данный телефон. На нем стоит процессор Qualcomm Snapdragon S4, довольно мощный. Так, проверяем. То есть уже работает то, что не работало. Кнопки работают. Вверх работает. То есть все части работают. То есть можно смело менять. Давайте выключим телефон для начала. Выключи телефон. Снимаем пока временный новый модуль. Разбираем телефон. Снимаем шлейф основной. Снимаем батарейку. Она скотчем у нас. Снимаем нижнюю часть.
антенную с динамиком. Антенный кабель. Нижнюю подложку вот эту вот. Далее включаем термофен. Данную модель я грею при температуре 400 градусов. Выставляю. Греем по периметру. Мы снимать будем снизу, где находятся разъемы модуля. Итак, я пока нагреваю, ставлю на паузу. Итак, телефон. Тачскрин нагрели. Температура достаточно. Таким вот образом снимаем при помощи вот такого вот острого инструмента. Я снимаю вот такой лопаткой острым. Образом с одной стороны придерживаем, снимаем. Так вот просто сняли. Далее очищаем поверхность посадочную. Должна быть чистой, без мусора, без осколков, без стеклянной крошки, если тач был сломан. Данная комплектация, моя комплектация, она не проклеенная, то есть сейчас мы с вами проклеим тач. Я проклею его вот таким вот двусторонним скотчем. Очень удобный, тонкий, очень крепкий, несмотря на то, что достаточно тонкий. Проклеиваем. Сверху снизу готово. Тач готов. Вставляем разъемами вперед. Вот они у нас вылезли. Прижимаем к рамке. Ничего не должно болтаться, не должно быть щелей. Ставим нижнюю подложку антенную.
обратно соединяем кабель на свое место, к своему разъему. Ставим динамик с антенной. Закручиваем. Батарею пристегнули, основной шлейф, ну тут все понятно уже. Включаем телефон. Как видите, заняло это у нас всего 10 минут. Сложного ничего нету. Разбирать, в принципе, ничего не пришлось. Ставим верхнюю крышку. Это была Xperia Т. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы. Всем удачного дня. До свидания.